Смотрите в воскресенье в 19.00 на канале Ю и в 20.00 на канале 360 градусов в программе «Печерский калейдоскоп». Как писали диктант Победы и когда ждать свою оценку. К вечному огню всем детским садам. Для дошколят состоялось небольшое мероприятие, посвященное предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне. И снова о дорогах. Что будут ремонтировать и сколько новых лежачих полицейских появится? Через сколько дней прививка от коронавируса сделает вас неуязвимым для инфекции? Мы спросили специалистов. Как становятся журналистами? Первое интервью. Итак, встречаемся в воскресенье в 19.00 на канале Ю и в 20.00 на канале 360 градусов.